Всем привет! Сегодня 25 июля, и я подвожу итог по окончанию ремонтно-отделочных работ в магазине «Автоевропеец» по Алексеевский проспект, дом 1. Выполняли работы помещения площадью 105 квадратных метров. Основное помещение – это клиентская зона, также есть санузел, щитовая, серверная, имеется складская зона, зона кабинета. Основные работы по отделочным работам выполняла наша организация, компания «Люксорта». Также мы являлись генподрядчиком по таким работам, как устройство потолков «Гредьята». То есть все работы были произведены под нашим контролем. Заливка пола тоже выполнялась под контролем компании «Люксорты». Система вентиляции и кондиционирования аналогично, но была произведена подрядными организациями. Так, видите, здесь стилистику, определенные там элементы декора, полосы, все это было прорисовано согласно нашему дизайн-проекту. Все было сделано вручную, наклеивался скотч. Видно, да, идеальные вот эти вот примыкания, уголки, нет никаких потеков и так далее, и тому подобное. Вся электрика была сделана нашими силами. Дальше. Так, теперь давайте пройдем в отжиг клозет, уборную комнату. Вот. Но пока мы идем туда, увидим люк. Люк доступа. Там у нас находится ревизия, и сантехнические трубы. Есть небольшой косяк в этой области. Мы видим, что люк больших размеров и пронесение краски шпаклевки, то бишь при открывании люка, вот это вот примыкание, так сказать, плоскости люка и стены трутся. Это не совсем наш дефект, это дефект производства, то есть зазор между каркасным люком и самой створкой очень маленький, поэтому здесь частично красочка чуть-чуть постирается. Так, это у нас уборная. Уборная также сделана в стиле автоевропеец. Вот, это их фирменные полосы. С нашей стороны здесь была полностью проведена вся сантехника. Установлен унитаз, все навесное оборудование, раковина, зеркало с подсветкой. Так, сейчас, оп, подсветочка такая легенькая. Также является заказной позицией. Вся мебель сделана индивидуально под данный магазин. То есть все офисные стойки, встроенные шкафы и тому подобное. Но все делалось на заказ, чтобы все четенько встало, ровно, красиво, аккуратно. Также мы вешали лайтбоксы. Вот, очень красиво в ночное время они подсвечиваются, то есть со стороны фасада, когда мы идем по улице, мы видим надпись «Автоевропеец», вот, все светится, все красиво, все четенько. Также двери. Двери здесь делали специально для данного магазина, но был небольшой просчет, замерщик по дверям приехал и замерил проем на черновом этапе. Вот. Ну и что-то у него пошло не так при установке. У нас оказалась здесь щель, то есть вот коробка пришла вот сюда. Вот. Если убрать вот этот наличник, тут будет такой обрывок между стеной и коробкой. Пришлось извиваться как-то, с ними немножечко ругаться, и был заказан такой, так сказать, добор, наличник. Вот. И в конечном результате смотрится достаточно эстетично. Но мы прекрасно понимаем, что здесь у нас такая некрасивая пустота, которую можно было бы избежать. Все двери здесь, кроме туалета, имеют ключ доступа, то есть по магнитной карте открывается складская зона, зона кабинета и так далее и тому подобное, чтобы люди, то бишь клиенты, не смогли заходить там, смотреть, а что там, как там, где там. То есть это индивидуальная зона заказчика, его сотрудников. Вот и подошел краткий обзор автомагазина. В принципе, основное, что можно было показать, это клиентская зона. Остальное сделано по аналогии. К сожалению, там сейчас работает фотограф, делает снимки для нашего портфолио.
Поэтому на этом прощаемся. С вами была компания Люксорта. Вот. Если вы хотите заказывать ремонт, обращайтесь. И вы готовы увидеть меня на своих объектах. Спасибо за внимание.